Всем привет, с вами Монах Синема. Майскими днями после коронавируса мы решили выбраться со свояком, Олег его зовут, кстати, вот, на природу. Обнаружили тут интересное место в Московской области. Там живут люди в двухэтажных домах, там какое-то производство. Здесь вот они устроили такую помойку. И, судя по всему, вот это не что иное, как бывший лагерь. И мы сейчас с вами прогуляемся, посмотрим вообще, что, да как и почему в таком состоянии. У нас под ногами мрамор. Скорее всего, на этом месте была столовая. Ну, я так думаю. Потому что, ну, как раз что-то похожее с этим делом. Вот. А сзади нас есть здание, в которое мы сейчас попытаемся попасть. Ну, насколько это получится, не знаю. Посмотрим. Погнали. Своек тут интересную надпись нашел. Ну, ключ там. Чик-чик-чик-чик-чик. И вход. И заходим. Хоп. Я сейчас видел, что что-то промелькнуло. А, голубь сидит. Извини, брат. Ничего там нам на башку не прилетит. Я то смотрел. А то голуби тут летают. Ну что-то походу здесь жестко упало. Вон, видишь, все погнуло. Ага. Давай. Давай. А потом... В принципе, особого труда-то нет. Ну давай не рыжий. Заходи. Гости можно? Я так понимаю, это номера. Ага. И потом. Ага. Только вот как нам попасть на лестницу? Ну понятно, номера все одинаковые. Ни хрена тут стекол набито, ты посмотри. Я аж иду и буксую. 17, 16, 4, 5. А, паркет. Паркет, да. Угу. Тут плиточка. А! Нашел? Да, нашел, блин. Походу специально эти лестницы поломали. Обрубили? Чтобы никто никуда не залез. Угу. Даже подъезд, вон, видишь, это хуш, отломили. А остается только там попробовать попасть на второй этаж. Хотя вообще-то ты не видел там, но... Нет. Это вход был, скорее всего. Крокодил. Ёк-макарёк! Лететь долго порно? Тут подвал есть. Ух, ёж, ёж. Прикинь. А как туда попасть-то? Походу не получится никак. Вот никого не стало. О, как тебе местный грязи. Здравствуйте. Хорошо, спасибо. А кого придавил там? Кого-то, короче. Кого-то придавил, да. Короче, заброшка очень опасная. О, ничего себе, а ты вот этого не видел? О. Ноги валяются. Подрыгнули. Головы подрыгнули. Ага. Ну вот она это, и все.
Не здесь мы залазили, вот там. Слушай, вот там лестница есть. Я прям вот вижу. Подхвачу. Человек сверху обсыпается. Я понял, что сверху сыпется. На это не наступать даже, на висячую. Тут последнего пролета нету. Высоковато я залез. Высоковато. О, ничего себе. Здесь лифт был. А он, короче, кончился. Ну. Да. Особо тут не разгуляешься. Очково тут вниз лететь. И вот написано. Провал. Аларчик просто открывался.
Не знаю, смогу перебахнуть, не смогу. В мои-то 50 лет. Но попробуем. Есть контакт. Видишь, что-то завалило. А ведь здесь что-то было. Понятно.